Сегодня 3 июля 2017 года, вторник. Поступили мне документы относительно того, очистить вот этот пруд. Нужно точно узнать, сколько илу. Ну вот, я зашел, там сказал нашим, стою тарана. Вот несут лодки. Володя несет лодку. За ним идет паство. Сообщение, завтра уже встречать будем ребятишек. В гости едут, в лагере-то нету. Восход солнца уже прошел, туман. Туман, видать, далеко, видать, туман. Вон какие в туманке, в тумане находятся. Это вот где наш лагерь, вот. Больше. Володя принес лодку. Принесу для измерения палки. Оделись наши сестры. Так, нормально. Показать. Комаров нынче много. Сырость. Дожди непрерывно идут. Какая-то палка лежит, кто-то принес. Ну, кто-то пас, где вот идут, там и бросают. Так, возьми эту палку, вот лежит под ногами. Унеси ее вон туда, вон дальше, в крапиву брось. Это деревенская работа. Крапиву его нет. Крапиву. В крапиву. Вон там дальше, прям внутрь крапивы. Пустые он, да, большие. Так, спускай на воду. Вы сейчас будете отгонять комаров. Так, ну куда пошел-то? Брось рядом крапива-то. Ну, ты что, ты глаза закрыл? Куст за кустом. Прошел уже на третьем кусту, и все, дальше идет. Вот как-то непонятно все это. Так, складывай вот этот длинный шест. Так. Вот эти два возьми. Две палочки. Подай. Так. Иди сюда. Где у тебя сетка? Нету. Просто нету, не хватило. Нет. А почему не надел? Не хватило. Не хватило? Отдать ему одну. Кто-то сними с себя. Отдай. Надевай. И от него отгоняйте комаров. Да, все. Он будет снимать отсюда. Никуда не крути, ничего не надо, только направляй. Ты знаешь, как если приближать, да, вот это вот? Можешь приближать. Будь настоящим оператором. Пальцы не суй, чтобы их не видно было в экран. Хорошо. Так, не стой, возьми что-то, отгоняй. У него руки все, лопух-то заснуло. Ну возьми маленько, 2-3 раза сказал, смотреть за ним отгонять. Даже ухом не поведет. О, травинку рвет, да ты погляди, какая есть лопушистая, вон где-то. Такой-то лопух, он возьми у ней. Коль. А ты себе нарвешь травы. Отгоняй. Стой сзади везде, чтобы его ни один комар не укусил. Так, не бей только, не задевай, отгоняй комаров. Беда какая, они его шибут в воду. Отойди маленько, они тебя столкнут. Осторожно. Ну, до того сонные, до того неаккуратные. Туман. По озеру идет. Так. Мы сейчас вода только чуть-чуть отплывешь и сразу начнем замер делать. Давайте я Так, я буши. Еще. А. У нас запрещено так-то. Не понял. Запрещено в обуви это кататься. Нет, запрещено. Мне никак нельзя. Я вытру, чисто сделаю. Я не кататься еду на работу. Тут вот что важно. Так, вот тут, чтобы не сломать нет. О, блин. Комаров на вечер пришел. Да. Как бы таких не прибить? Все, отталкивать? Комаров. Давай. Ух ты. Надо сейчас найти что-то, с чем отмахнуть не стоит.
кататься красиво. Красивые кадры, да? Ну, это красиво. О, интересно. Поле от Махилька. Привет, Мук тоже. Муки тоже обмахивают, Поле. Саны ведь тоже кусают. Пряточку-то не взяли бы. Вот надо. Давай. Ну, у меня вкусно висело рыжий и черный комок. Да. Да, бедный дядь Володя. За двух гребет. Тоже забыл гриба, когда тетя Марина не хотела. А я когда здесь Володя. А не, я когда ты тетя Марина. За двух гриб. Нет, это Поля тетя Марина. Я с тобой тетя Марина не ездила. Принимай кто-нибудь один. Брось. А за что принимать-то? Темный лес чудесно. Ух ты, смотри, воды прям туман поднимается. Красиво. Где? Вон. О, вон. Я там саму москитную сетку заметили, по-моему. Сами виноваты. Умрут все равно. Я же им не дам понямать меня. Собирала вчера колорадов, и я укусил овод. Я его поймала и живьем кинула колорадом. Что? Ну что, сдох, наверное. Побарахтался в этом море колорадов. По-моему, все-таки утонул. Утонуть в колорадах. Не самое приятное, да? Угу. Да можно повернуть, ну, дядя Володь. Значит, такой кадр пропадает. Нога. Оля, ноги. Ох, нелегкая эта работа. Кормить комаров возле болота. Правда, это не болото, а земля. Но если его не прочистить, скоро будет болото. Да.
Угу. А дороговато меньше чистить. Да-да. Ось. Не измеряют. Мы сегодня смотрели, ну, вчера смотрели у дяди Володи Драгуайн. Они говорили, что он провалится на нашем той штуковине. Что он утонет. Хотя в одном, ну, видео показано, что он в самой воде стоит. И выгребает. А он далеко может так закинуть ковш? Нет, недалеко. И там туман тоже красивый. Ось, представь себе, до центра озера дошвырнуть. Попробовать. Ну, такое невозможно. Он докуда примерно летит? Метров 5-6 примерно. Маловато. Ну да, середина озера еще останется. Они так все будут замерять? Видимо, да, и мы просто здесь простоим. Снимаю там, что они делают. Они это, на разных глубинах просто замеряют. Чтобы потом высчитать среднее арифметическое глубины. А зачем оно им? Чтобы знать, сколько платить. Они ил измеряют. А ил это грязь, это вот это самое. Ил нужно вычищать. Да. Он тут никому не нужен. Русь, ну мы посмотрели, как работает этот драгуайн. У него есть стрела, как у этого крана. Стрела. И там на веревке спускается ковш. А еще снизу к ковшу, ну, прикрепляется еще одна веревка, которая потом спускается, ну, спускается и ковш отпускается на глубину. Ты три раза сказал Ну да, я знаю. Избавляйся от этого лучика. А то попадет. Кстати, потом он подтягивает этот ковш, и в нем оказывается грязь. Тихо, и он как высыпает. Оказывается? Кстати, Фрось, этот ковш не тот, который у этих экскаваторов, а ковш, который похож на бочку, но с вырезом впереди. Забавно. И не только спереди, но и сверху. Так, здесь. Бедный дядь Володя. Еще ты ко мне. Так руки кусают. С другой стороны. Поля, руки обмахивай. Да обмахивай. Угу. А ты вообще ничего не обмахиваешь? Я обмахиваю. Ага, видно. С моей стороны тебя кусать не стоит? У-у. Видишь? Как далеко они забрели. Вон там туман-то какой. А вон смотри, как дядя Володя. О, такая умереет. Вон там дома. Дом дяди Вити.
А теперь Игнатий этих ночью гребет. Угу. Так говорится, справедливость и старшествовала. Несет дядю Володю нам вести. А тебе не кажется, что они слишком близко подплывают? А тебе не кажется, что лучше молча все делать? Да. Володя гребет этими. Забавно. Усмирителем гребет. Уже решил веслом. Подумал и понял, что веслом лучше. Поля, молча. А сами рассказали. Как думаешь, куда они плывут? Ты что зайцы опять? А будто ты плывешь, а не они. Угу. Поля, руки. Подними. У них какая-то проблема случилась. Их зашатало. Немножко. Сразу рука. То есть ноги тоже надо обмахивать. Что обмахивать? Деревья. Наш лагерь бывший. Поле. Поле, рука. А куда они сейчас плывут? Интересно, а почему они задом едут? Почему-то.
Мне старт тебя кусают? Пока нет. Какие он за тобой выставляет? Они что, на пирс гребут? А, нет. Проверь рядом. Проверить, какая глубина на пирсе. Мизинец. О, он полностью руку засунул в воду. Угу. Там явно глубоко. А это у вас там грехи приходят, да? Нет. Ну, обычно, когда пирс строят, там грехи приходят. Вообще-то он и не ломался раньше. Он каждый год ломается. Ну, теперь чинить его уже бесполезно. И что, вино буду делать? Нет, ну что, пул будет куситься, наверное. Гребут-то как мощно. Поля нога. Надеюсь, не скоро закончит. Кто вообще знает?
Как думаешь, вода сейчас холодная? Не знаю. Если да, то там дядя Володя босиком. Немножко все можно. Они прям в тумане плавают. Ёжики в тумане. Их крутит. Сейчас не очень. Надеюсь, они уже на берег плывут. Кто еще хочет кататься на лодке? А кто не хочет? А кто не хочет? Опять я вопрос задала. Я тоже задал вопрос. Ну я первая. Здесь надо, да? Угу. Там цифры бегут, записи, чтобы шла. Так. Палки. Опять какие-то. Вот эти палочки все заберите, которые вот это есть. Угу. Забирай палку. Выбрось вот это. На. Держи, Кость. Так, держи, я буду вылазить. Вылазь. Так, хлопцы, давай мне. Идите, садитесь все трое сразу. Хорошо. Прокатит, и в воскресенье уже не проситесь. Так, быстро иди.
Прокати их вдоль берега. И домой на завтрак. Храм, видать, деревенский здесь. Раздевалки, крещение тут будет. Сажайтесь. Она выдержит? Плавать все умеете? Да. Ну давайте. Так, давайте. Мы по трое-то не сажаем, а тут трое, три сетки. Я в четвертой. Разворачивай вдоль берега. От берега не надо отходить. Все, поворачивай, хватит. Туда можете до плотины дойти и вернуться назад. Вы не на 10, а на 20 больше отплыли. Опасаешься, мало ли еще, резиновая лодка. Я дергаюсь, комары кусают, да руки трясутся еще. Отражение. Как поле брани, все тут брошено, сапожки валяются, все, уехали. Нравится ребятишкам кататься. Когда Павел жил здесь, брат мой, у него лошадка была. Сначала была зира белая, потом красная была. Ну, красная, коричневая, так сказать. Не знаю даже, как ее по-конски-то назвать. Я не знаю, как ее звать было. Ласточка, что ли? Он ее жеребенком держал. Синяя наша упирается. Я в рукавичках, в рукавицах, в перчатках от комаров. Прокусывают все. Сердитые комары. Какая вода, вот посмотреть. Есть тут и рыба, карасики, говорят. Нынче не ловит никто никак. Мордушки нету. А гальяна сетью ловить замучаешься, вытаскивать его. Это склад Игоря Барабаша. Сегодня вторник, день молочников. Они в город поехали. Комар утром лютует. Ну, Ефросинью первую, и она на берег подтащит вас. Осторожно, весла, отодвини. Все, помогайте вытаскивать. Дядя Володя с лодкой, а вы со всем остальным. Ну что, теперь какие-то хотя бы данные с десяток раз тут. Сандали называется. Причиндалы.
А там дальше идет дорога, которую не доделали. Перестройка помешала. Это вот насыпь. А теперь уж никто и делать не будет. Вот это сваи мы набили вдоль. Посчитали. В прошлый раз сколько в просе насчитали свай? 406 я насчитала. 411 я 407? 411 я насчитала, 406 Нестор насчитал. Ну это небольшая разница. Да. 400 с чем-то. Все. Вытаскивай, берите все. Палочки берите. Ничего не забывайте. Ну все, я отхожу. Так, Володя, я отхожу, выключаю. Ага.